Наденьку споем. Давайте. Был такой замечательный автор, он и стихи писал, он и писал песни на свои стихи. Булат Шалович Акуджава. Песни у него были и, скажем так, и во многих кинофильмах звучали. На его стихи писали известные композиторы песни. Может быть, вы слышали песню из кинофильма «Белорусский вокзал». Напомните мне первые строчки. «Белорусский вокзал». «Здесь птицы не поют». Да, слышали? Это вот Булат Шалович слова написал. Ну, музыку он писал. Вот. А мы споем ту песню, которую полностью он написал. Называется она «Наденька». Но у нас немножко переделано, потому что мы же ансамбль, мы чуть новенькое вносим. Из окон кочей несет поджаристой за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой спешит, спешит. Ах, Надя, Наденька, не забыл гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, не забыл гривны в любую сторону твоей души. Знаю, вечером ты платье шелково, пойдешь по улицам гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. Она спит совочке такой промасленной, берет немысливый такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Спешит, спешит. А Надя, Наденька, не забыл гривны в любую сторону твоей души. А Надя, Наденька, не забыл гривны в любую сторону твоей души.